Всем доброго времени суток, с вами Лара Шум и основатель этого пятидневного марафона, тренинга «Разбор пяти монологов». Участие в нашем тренинге за донейшн, то есть оплата по сердцу. В конце видео я объясню, что это значит, поэтому смотрите этот ролик до конца. Что будет на нашем интенсиве? Понедельник и вторник мы с вами будем разбирать монологи. Среда мы будем с вами практиковаться на отрывках из фильмов. То есть мы будем с вами определять сценическую задачу. В четверг нас ждет работа с диалогом. То есть как его разбирать, а затем как его снимать для проб в кино. Пятница, суббота и воскресенье дается вам для того, чтобы вы отсняли свой монолог или тот монолог, который мы с вами разбирали. Затем в понедельник вы высылаете мне тот материал, который вы сняли, и мы с вами вечером уже будем разбирать именно ваш монолог. И на вашем примере многие участники нашего интенсива будут учиться и понимать, как же все-таки работать с монологом и снять его так, чтобы кастинг-директор посмотрел и сказал: «Вау, именно этого актера я хочу видеть у себя в картине». Какой результат вы получите, работая 5 дней по разбору с монологом? Первое. Вы научитесь быстро разбирать текст. На пробах у вас максимум есть это 10-15 минут, когда вам надо разобрать монолог, войти в персонаж и сделать его вау. Поэтому мы будем с вами учиться делать это все быстро. За 5 дней интенсива вы поймете, как быстро вам самим сделать свой личный шоурил, то есть пополнить свою актерскую копилку не только видеовизиткой, но и своей работой, показать свой персонаж, даже если вы нигде ранее не снимались. 5 дней работы на тренинге смотивируют вас на результат. Вы с большим желанием начнете действовать. 5 дней работы на то, чтобы вы сказали себе: «Да, я могу, я хочу, и я буду это делать! Я стану известным, успешным актером!» Для кого же наш тренинг? Как для начинающих актеров, которые хотят начать сниматься в кино, неважно в каком сейчас классе вы учитесь, вам это будет полезным материалом. Если вы профессиональный актер и хотите поддерживать себя всегда в отличной форме, то в таком случае это своего рода фитнес для актера. Для нашего брата-актера не существует фитнес-клубов, где мы бы могли прокачать свои актерские навыки, где мы могли бы поддерживать себя в тонусе как актер. Так вот, этот мастер-класс как раз для профессиональных актеров, для того, чтобы вы поддерживали себя в форме, в тонусе. И всегда оставался с верой в самого себя. Также это тренинг для руководителей любительских театральных коллективов. Кто ведет кружки, студии и мастер-классы? Для тех актеров, кто хочет сделать свой шоурил, кто хочет обновить свой шоурил, или для тех, кто хочет просто проанализировать себя в работе. Если вы хотите узнать что-то новое или хотите развиваться как актер. Регистрируйтесь прямо сейчас. При регистрации для участия в тренинге вы вносите первоначальный взнос, свой первый донат. В течение тренинга вы можете также его пополнить. Внимание, донат должен идти от сердца. Затем вам на почту приходит инструкция, как же начать действовать. Что будет у нас на тренинге? У меня огромная просьба, друзья мои, регистрируйтесь, пожалуйста, или с почты Mail, или Яндекс. На почту Gmail, к сожалению, письма не доходят. Если также вам на почту не пришло ответное письмо, огромная просьба, посмотрите в спам, или вы можете зарегистрироваться в нашей группе ВКонтакте. Регистрируемся прямо сейчас. 5 дней, за 15 минут до эфира вам будут приходить ссылки для участия в тренинге. Только те, кто оплатил донат, будут принимать участие в нашем пятидневном интенсиве. Будут прокачивать себя. Почему этот тренинг будет проходить дистанционно? Первое. Все останется в записи, и вы сможете потом пересматривать раз за разом. А это значит, что вы будете участвовать в тренинге в своем темпоритме.
Если тебя устраивает такой формат обучения, то регистрируйся прямо сейчас. Теперь я хочу рассказать тебе, мой друг, почему участие в мастер-классе, в моем тренинге за донейшн. Потому что я вижу очень много талантливых актеров. Я читаю очень много комментариев в Ютубе, как девятиклассники хотят стать актерами, не зная, с чего начать. Пожалуйста, это ваш шанс. Я вижу много талантливых, успешных, самодостаточных людей, целеустремленных, которые хотят сниматься в кино, но не знают, с чего начать, которые не понимают, как же ему сделать шоурил. У него нет опыта съемок в кино, у него нет шоурила, ему неоткуда его взять. И вы можете сейчас это сделать. Вы можете сделать сейчас первый шаг к вашей актерской профессии, к вашей мечте. И ведь это совершенно легко, вам стоит только нажать на кнопку, и вы получите результат. Разве это не прекрасно? Вы можете за 5 дней поверить в себя, сказать: я это могу, у меня все получается. Я даже сделал свой шоурил. И если вы сейчас живете в каком-то другом городе, но собираетесь приехать в Москву и начать сниматься в кино, то это ваш шанс. Когда вы приедете, у вас уже будет какой-то материал для работы. У вас будет возможность показать себя в деле. Какой вы замечательный, чудесный актер. Ведь самое главное в этой жизни – это верить в себя. И чтобы на вашем жизненном пути встречались люди, которые бы вам в этом помогали. Дарили вам свою веру в себя и говорили: именно ты самый лучший на этой планете Земля. Именно ты талантливый, успешный. Поверьте в себя. Регистрируйтесь прямо сейчас. Нажмите на кнопку и получите результат. Все 5 дней с вами на тренинге будет Лара Шум. Ваш личный коуч по актерскому мастерству. И я вам даю шанс узнать что-то новое за ту сумму, которую вы сможете оплатить. До встречи!